Хабаровского. Сергей Васильевич, пожалуйста. Главное, ну не как главное, а все-таки два поражения заставляли нас играть сегодня обязательно на результат. Конечно, команда хотела победить и выходили с этой мыслью о победе, но пока, как говорят, травка не подрастет, игры еще не получается, потому что перешли с искусственно на траву, поля еще не совсем те, которые хотелось бы, чтобы мяч быстрее ходил, поэтому пока медленный футбол, плюс ротации, которые мы провели, вынужденные из-за травм, из недомоганий, то, конечно, они не способствовали качеству футбола. Но желание было, желание было, желание было не проиграть, а победить. Ну, если не считать двух промахов Пушнякова, то игра равная.